Здравствуйте, мои дорогие телезрители телеканала Афонтова и мои подписчики на канале YouTube «Голова садовая». Сегодняшняя тема – вот те луковичные, которые мы высаживаем под зиму. Под зиму, и у меня вот в руках два пакета, и один вот здесь притулился – это нарциссы. Вы не забыли, что есть такие прекрасные цветы? Вот, кстати сказать, посадил один раз и забыл. Но лет через 5-7 можете разделить вот их кусты. Они будут огромны. Но при условии, что вы обязательно будете их кормить, поить и лечить иногда. Нарциссы не так часто болеют, но тем не менее у них происходит такая проблема. Значит, почему возникла тема, что нарциссы требуют какого-то особого внимания? А вот почему. Рано весной, когда вы только начинаете ездить на дачу, постарайтесь сделать так, чтобы у вас оказалась под руками вода. Ну, то есть уже снег тает, да? Уже нарциссы на солнышке, лепехи эти уже оттаяли, а воды им не хватает именно в этот момент. Вот чем раньше вы их начнете поливать, тем красивее они будут. Вот просто великолепные. Но я хочу сказать не только об этом. Кроме того, что рано весной вы должны обязательно их полить как следует, вы должны понимать, что у нарцисса особая посадка. Вот не на 2-3 луковицы вглубь, а вот сантиметров на штык лопаты точно. Вот когда я говорю посадка на штык лопаты у флоксов там и у нарциссов, вы должны помнить, что такое штык лопаты. Да? Это вот столько, это 20-25 сантиметров. Вот сюда на дно вы сыпете, ну пусть это будет и перегной, вы его и раскислите слегка, но туда нужно полное комплексное цветочное удобрение. Посыпьте и прикройте землей 5 сантиметров, чтобы корни луковиц не коснулись сразу этой красоты. Иначе может быть химический ожог. Но оно крайне необходимо. Вы же надолго, как бы, да, долго не будете их пересаживать. Поливать, конечно, будете. Но хорошо, если бы и снизу тоже подпитка была. Так вот эти вот великолепнейшие. Тут есть и корончатые. А этот, он вообще на что похож? На календулу похож, правильно. Красавец еще тот. Вы должны понимать, что без еды на вашем участке ничего не вырастет. И знаете, хватит уже, ну, как-то... Вы застряли, что ли, даже не в 21 веке, не в 20, а в 19. Тогда земля была другая. Тогда она, может быть, и кормила там всех подряд. Но сейчас все изменилось. Такая интенсивная агротехника, которая у вас на дачных участках, да боже мой, там траве-то надо удобрение давать, чтобы она зеленая была, пышная и сочная. Так вы для любимцев-то постарайтесь, купите вы пачку полного комплексного цветочного удобрения. Не надо обязательно для кого-то конкретно. Вот такой пакет купите. И там в сухом виде все подмешивайте. Ну, просто супер. Значит, нарциссы – срезочный цветок. Срезать можно, как только бутон окрасился, и они очень долго стоят в воде. Они продажные, они рыночные. Весна, 8 марта. Выгонка и тюльпанов, и нарциссов не возбраняется. Вы можете посадить их до 5 сентября. До. Посадите и опустите в подвал. А достаньте вы их после Нового года. Они уже тронутся в рост подвала. Это будет просто зрелище не для слабонервных. Это очень красиво. А потом высадите уже на дачу. Это обязательно. Высадите обязательно, чтобы восстановить луковицы. Ну вот я на этом закончу, то я всю голову вам заморочила уже. Всего доброго и до свидания.